Тебе прошла перезагрузочка, наша прекрасная краснополянская. Здорово, мне понравилось. Перезагрузились по полной программе. Не устала? Ретрит, перезагрузка, все это вместе, как тебе? Ну, открывается новое видение, как-то вот начинаешь шевелить серым веществом, как-то вот идет такая трансформация. Ну, мы так, как сказать, что-то новое узнаем, что-то необычное. Как тебе такой формат? Ты можешь теперь сравнить, мы были в зале в Сочи 5 дней и 4 дня здесь на Красной Поляне, где у нас было больше времени на природе, баня. Было ли что-то для тебя разное? И ну, как бы ты могла вообще прокомментировать это? Скажем, это немножко различный опыт, но он всем хорош. Там были более глубокие проработки, здесь тоже были глубокие проработки, но больше природы, природные источники добавились. Как идут распаковки в этом формате? Вот природа, горы, непринужденные все эти наши походы. Да, они идут более под впечатлением, под воздействием природы. И поэтому как бы они более помогают другие грани раскрыть. Не сказать, что это более в легкой форме, это просто в другой, в других формациях, в других плотностях. И тоже интересно, тоже необычно. Как бы один дополняет другой опыт, и они оба прекрасны. Ань, ты пролетела полмира из самой Италии, чтобы присоединиться к мероприятию Светланы Лавровой. Скажи, чем так тебя Света привлекла, что ты решилась на это путешествие? Ну, Светлана, у ней такое нестандартное мышление. То есть для меня это как скачок вверх. Это для меня стимул, потому что это что в каких-то моментах непонятно, нужно обдумать. И это для меня стимул большой. И вот своя уникальность, она очень продвигает. То есть мы какое-то видим одно видение, а тут оно расширяется. И поэтому нет никаких преград, расстояний. И когда ценный опыт, ценная информация, это всегда нет расстояний. Это можно ехать и далеко. А ничего нету далекого. Аня, я тебя очень благодарю за ту невероятную энергию позитива. У тебя такой огромный буфер позитива. Знаешь, ты как человек, который просто в каком-то супер невидимом плаще, от которого отлетает вся грязь. Серьезно, это так классно наблюдать такое явление, проявленное вот у человека. У тебя это качество просто невероятно развито. Я благодарю тебя. Мне было очень приятно с тобой взаимодействовать. Вот, было приятно познакомиться. И я надеюсь, ты приедешь к нам снова. Да, да, у меня это в программе. Я себе хочу сделать такие перелеты, привозить из Италии информацию в Россию, из России в Италию. Таким быть рукавом межгалактическим. Между странами и обменивать информацию для людей, которые уже готовы и хотят, как я, также путешествовать и познавать мир. Я благодарю тебя. До новых встреч. Спасибо, спасибо. Всем хорошего опыта.